Учреждения образования городского округа Люберцы проверяют перед стартом нового учебного года. Контроль за тем, чтобы дети пришли в чистые, благоустроенные и безопасные школы и детские сады, осуществляет специальная межведомственная комиссия. Наша съемочная группа присоединилась к ней во время очередного обследования. Дошкольное отделение номер 3 26-й школы сегодня объект внимания межведомственной комиссии. Его посетили представители нескольких надзорных органов. Сотрудники ГАИ, МЧС, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и администрации. Оценка готовности учреждения образования началась с улицы. Затем группа инспекторов проверила все помещения детского сада. По линии госавтоинспекции замечаний выявлено не было. А уголки безопасности дорожного движения имеются. А минутки безопасности здесь с детьми будут проводиться в установленном порядке. Каждый участник комиссии обследовал детский сад по своей части. В конце встречи – подведение итогов. О результатах проверки докладывают главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. В мае проводили плавную проверку, поэтому все работает в штатном режиме. То есть готовы? Да, готовы. Октября всех принимать детишек, учить, готовить к школе и подтягивать. Ясно? Если замечаний нет, тогда все оформляем как положено. Да. Акт готовности у нас все как полагается. Да. Приемка учреждения образования стартовала в городском округе 15 июля. Объем работы предстоит большой. Членам межведомственной комиссии необходимо обследовать 181 здание. На сегодняшний день план выполнен более чем на 70%. Где-то высказаны были замечания, и сейчас эти замечания устраняются. Сроки на самом деле у нас остаются совсем сжатые до 15 августа. Мы должны объехать всей вот этой большой комиссией каждое учреждение, каждое здание обойти, проверить, начиная от подвального помещения, заканчивая чердачным, если таковые имеются в здании. За один день межведомственная комиссия проверяет 8 зданий. Кроме школы и детских садов, они инспектируют учреждения дополнительного образования в сфере культуры, а также средние учебные заведения. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.